Молодец. Молодец. А ручки помашешь? Привет. За год в отделении проходит 1056 семей, которым мы помогаем. Мы очень рады, что с каждым годом на самом деле к нам обращаются в службу ранней помощи семьи с более маленькими детками, с детками до года, до двух лет, когда помощь действительно является эффективной и качественной. В службе реабилитации ходят детки от 4 до 11 лет. И они уже имеют определенный статус. Либо статус ребенок-инвалид, либо статус ребенок с ОВЗ. Вся работа, она выстроена на работу с семьей. То есть оказать помощь ребенку и научить родителя правильно оказывать помощь своему ребеночку. А смотри, вот там еще есть. На мягких матах, смотрите, дома можно одеяло, что-нибудь, подушки работать. Вестибулярный аппарат очень хорошо нарабатывает. Видите? Мы ходили сюда со старшим ребенком. У нее есть инвалидность. И когда родилась вторая дочка, возникла необходимость, мы обратились сюда за помощью. Потому что стал ребенок более активный, более такой юркий, ловкий. Педагоги подсказывают, как правильно развивать, какие игрушки сейчас по возрасту более актуальны. Примеры в этом доме. Часто используем специально разные коробочки, баночки, вот то, что находится дома, и что можно использовать в домашних условиях, чтобы не покупать лишние игрушки, да, вот, и как это можно воплотить вот в жизнь, как можно провести занятия с таким материалом. Хотелось бы, чтобы служб ранней помощи было больше, потому что востребованность очень большая, и дети-то растут, пока очередь доходит, к сожалению, иногда ребенок вырастает, и вот эта возможность упускается, когда мозг наиболее пластичен. А может быть, какое-то оборудование еще нужно центру? Оборудование мы бы хотели по сенсорной интеграции, вот сова-нянька, потому что у нас вот это оборудование предназначено для детей службы ранней помощи, в реабилитации такого оборудования нет, не хватает нам вот. Сам теперь нажимай, молодец, нажимай.